Шумный город, постоянные пробки, работа. Как же иногда приятно просто послушать журчание ручейка. Спасибо водоканалу за это. Пока ничего не понятно. Так комментируют сотрудники водоканала очередной порыв трубы, из-за которого сразу несколько улиц оказались затоплены. Солнечная поляна, Георгия Исакова. Здесь до сих пор частично перекрыто движение, хотя ремонтные работы начались еще в 9 утра. Одна из причин этого порыва может быть изношенность сетей? Ну, естественно, этим сетям уже более 30 лет, конечно, они. Вот как возраст этих домов. Кругом одно гнилье. Вот ждем час осени, и по новой начнется. Прорывы будут обязательно. Трубы, они же не вечные. Были бы пропиленовые или какие другие. А так, металл есть металл, он не вечный, ржавеет. Приступить к ликвидации аварии долгое время не получалось, из-за того, что на месте порыва стоял припаркованный автомобиль, который мешал проезду техники. Не удалось устранить причину аварии и к обеду. Сотрудники водоканала надеются завершить работы хотя бы к вечеру. Уточняется, что в соседних домах подача холодной воды не прекращена. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.